Добрый день, уважаемые коллеги. Статистика заболеваемости последних дней показывает, что распространение новой коронавирусной инфекции в стране постепенно замедляется. Однако нам всем необходимо продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности. Крайне важно на этом этапе продолжить поддержку и обеспечить средствами индивидуальной защиты волонтеров, сотрудников социальных служб, всех тех, кто в силу своей деятельности рискует заразиться коронавирусом. На эти цели из резервного фонда президента России ранее было выделено более 1 000 000 000 000 рублей. Эти ресурсы направят на поставки средств защиты. При этом были учтены заявки Ассоциации волонтерских центров. Важно, чтобы работа по обеспечению средствами защиты была продолжена во всех регионах страны. И к ней подключались не только государственные, но и общественные организации, а также бизнес. У нас есть хорошие примеры такой координации. Фондом развития Дальнего Востока и Арктики в рамках программы помощи регионам налажены поставки средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения. Финансирование программы осуществляется за счет внебюджетных средств компаний, ведущих деятельность на Дальнем Востоке. Прошу глав субъектов Российской Федерации уделять особое внимание и оказывать содействие в обеспечении потребностей в средствах индивидуальной защиты социальных работников и волонтеров. Мы должны помогать всем тем, кто сам оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке.